ё-моё, давай, бежим! Бежим, бежим! Давай, Вася, всё, вообще, бери, бери, быстрей! Твою мать! Давай, складывай! Всем привет! Меня зовут Вася. Вы на моем канале Вася на Изи. А тем, кто отписался, зря вы это сделали. Будет еще круче. Вы просто ошибаетесь во мне. Я вам говорю. Я взорву YouTube. Я вот что у вас есть, я хапну к себе. Кстати, девчонки, у меня появился свой Instagram. Пишите мне в директ. Я выберу из вас самые красивые. И мы пойдем с тобой в самый дорогой ресторан города Орла. Оператор, пошли его так покормим. А, хочешь прикол расскажу? Девушка как покрышка, если это... Забыл. Сейчас вспомню, расскажу. Все. Ты сфоткал или что? Да. А, оператор, знаешь, это... Ноги, кстати, после спорта, ну, бля, приседать умею. Ну, конечно, тяжко, блин, ну как, болят, но ходить могу. Так что, братух, ты тоже занимайся. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок, небо, речка голубое. Это все мое родное, это родина моя. Всех люблю на свете я. Вот такие, друг, дела. Пришел бы человек, да, просто вот покормил бы уточек. Я думаю, это замечательно. Все говорят, то, что я позорил ВДВ, это я докажу, то, что это не так. Если это видео соберет 10 тысяч лайков, я прыгну с парашюта. Для чего людям кожа нужна? А если бы не было кожи, яйца приходилось бы в руках таскать. Ну, понял? Что, зайдем в Литуаль, попшикаемся, понюхаем Гуччи. Вообще. Вещь. Ну, золото любимый мужчина или как это? Типа вот такого. Вещь. Ну что, нормально отрекламировали? Ну да, ничего так. Литуаль. Идем. Твою дивизию. Кэш, братан. Во. Ништяк, да? Спасибо, Литуаль. На. О, оператор, хочешь кофейку? Давай. Может, латте тебе? Да, может. Поехали. Так, сейчас. Не лезет. О, заглотила там сразу. Видишь, как глотает стольник, да? Куда? Куда лезть? Бери, братух. Спасибо. Так, ладно, поехали дальше. Слушай, в туалет охота. Вас забрели. Давай отойдем куда-нибудь за угол. Оператор, ты знаешь, что такое квест? Да так. Что, пойдем сыграем?
Здрасте. Здрасте. Заходите. Зайдем. Оператор. Нет, нет, вставай. За мной? Да. Я куртку скину. Хочу вас поиграть. Можно устроить. Можно поиграть у вас? Да, казино можно ограбить. О, хочу ограбить. Это то, что вам нужно? Да, конечно. Отлично. Все. Игра стоит 3000 рублей. 3000? 3. Вы меня не узнали? Нет. А, Василий! Конечно. Точно! Василий! Ну, рекламку сделай? Конечно, я вам сделаю рекламу. Отлично, все, договорились. Итак, Василий, мы идем в квест. Угу. Точнее как, ты идешь, а я нет. Вот рация. Угу. Это все, что тебе понадобится. Пойдем, я тебя провожу. А, чтобы что-то сюда сказать, нужно нажать вот эту кнопку. Вот эту кнопку зажимаешь и говоришь раз-раз, раз-раз. Ну, хорошо. О, моя молодость. Попробуем сыграем. Попробуйте его угадать. Какая-то дичь выпала с автомата. Непонятно что. Что мне дальше делать? Ну, уже неплохо. Что мне дальше делать? Эх, если я бы знал, я бы ограбил это казино без твоей помощи. А, хорошо, буду дальше действовать. Оператор, есть у тебя какие-нибудь вообще мысли? Я слышал о рулетке что-то. Не знаю, искать, наверное, где-то здесь, наверное. Оператор, подумай, где что может быть? Крышка в кастрюле. Это что может значить? Флешка может. Так, ладно, будем играть дальше в лабиринт. Нашлась какая-то флешка. Флешка нашлась. Что дальше делать? Цифру, может, вот эту поставим? А может, как-нибудь флешкой этой можно воспользоваться? Ага, хорошо. Я постараюсь отгадать вас. Вот, давай проверим, может, весь вот. Тут какая-то эта стоит. Интересная игра. Попробуем отгадать. А, включить ее еще надо. Так, еще ждем. 21. 21. 32, 9, 21. Все. 32, 9, 21. Давай-ка девяточка. 21. Опа. Ништяк. Мы с тобой, наверное, входим. Так, что-то открыл. А. А, ключик нужен. Так, что-то открылось. А где я? Что-то не понял. Щелкнул в холодильнике вот этот, но ключик, наверное, нужен. А может посмотреть чуть выше? А, вот. Ага. Вот я уже две карты собрал. Тут опять вот эта вот эта штука, как и там было. Ну храни их. Ну знаю, можно деньги взять хоть? Деньги можно взять? Конечно можно. Что мы потом делить с тобой будем? Помни, что делим 70 на 30. Я подумаю. Ну вот, и после такой наводки ты еще торговаться будешь? Ну это у меня свой интерес. Ну, посмотрим.
Так, я кости брошу, что там, ну, вообще, какой смысл? Дай хоть свет включить. Я тут задумался, а почему друзья бармена все время были в плюсе? Может быть, они использовали какие-то подставные кости? Это что-то значит. Стой, стой. Нет, он сам упал. А, ну все. Мне определенные цифры надо, это, ну что, ну, чтобы совпали. А ты бросай, кости подскажут. Хорошо, я понял. Угу. 7. Почти все тройки выпали. Вот дела. А сейчас-то что выпало? Вообще разные все. Вот дела. Попробуй побросать еще и посмотреть, какие цифры будут постоянно выпадать. 6, 2, 4 или 2, 6. Бармен все решил делать по порядку. 2, 4, 6. Да нет. Вот еще вот такая фишка у нас. И еще карточка. Подожди, где магнит? Где может магнититься? Думаю, что может дальше быть. 100. Что ты убираешься, Вась? Ну да. Но. Восемь. О, слышал звук. Да. Внизу может быть что-то. А вон сейф. Опа. Еще. Что там? Деньги? Да. О, отлично, можно роллы будет съесть. У нас должна еще карточка быть. Почему должна? Ну, мы же такие собирали. Сейф открылся. Да. Словно в очках выглядишь круче, но не забывай пользоваться инструкцией, которую ты нашел. А, инструкцию, хорошо, вон инструкция. Да. Сейчас что-нибудь постараюсь. Еще можно узнать, о чем там бармен любил пить? Бармен у нас вообще не переносил алкоголь. Ой. Ну, ничего. Есть? О, красава. Дай 5. Светом. Прикинь, палец. Вытащил палец. Откуда? Кстати, вход в эту дверь был только с помощью отпечатка пальца. А что тут хоть дальше, ё-моё, глянь. Тут что надо мне делать? Шут, глянь, вообще крутой. Логика тебе поможет. А это Джокер. Я не пересекаю сигнализацию. Ну, рукой аккуратно сделай. А может быть, на клавиатуре остались отпечатки? Они обычно светятся под ультрафиолетом. Под ультрафиолетом. Опа. И зайди сюда. Так. Отлично. Все, получилось. Что, внутри банки нашел? Нет. Нет, ключик. Так, я знал, что нас там было кошек. Ё-моё, давай, бежим! Бежим, беги! Давай, Вася, все, вообще, бери, быстрее! Твою мать! Давай, складывай!
сколько можно, давай. Да сюда либо, давай, двери. Не знаю. Для император сколько? Все. Ну что, Василий, понравилось? Здорово. Нормально? Вообще. Нормально, награбил нас. Да. Вообще, ну, глянь. Давай, все возвращай. Возвращай все. Не, не дам. Ну, возьми себе одну пачку, хорошо. На мороженое. На мороженое. Да? Мы запомнили это ключевое слово. Мороженое. Ага. На вкурман. Все, все, все домой. Все, больше ничего нет, точно. Игра классная, вообще здорово. Ну, мы рады, что тебе понравилось. Василий, угу. Если ты вдруг надумаешь еще когда-нибудь к нам прийти, кроме ограбления, у нас есть еще страшный суперквест ходячий, где тебя будет пытаться сожрать зомби. А загадочки разгадывать все равно надо. Поэтому запасайся силой воли, присутствием духа, зови друзей. Обязательно. И приходи. Еще у нас есть прекрасная экшен-игра «Прятки» называется «В темноте». Значит, это лабиринт, в котором нифига вообще не видно, совершенно темно. Игрокам надевают шлемы и отправляют их туда прятаться. Там есть большое количество мест, где можно спрятаться. Шкафы, сундуки, тоннели, закоулки. Где-то есть потайные двери, где-то явные двери. Значит, и вот это все в темноте. Страшно капец. Но, значит, надо преодолевать свои страхи. Самый популярный режим сейчас в прятках вот такой. Мы берем команду игроков, отделяем от нее одного человека. Всех остальных запускаем в лабиринт. Они долго прячутся, усердно, минут 5. Потом мы запускаем последнего, и он начинает их искать. Как только он кого-то нашел, считается, что он его заразил. И вот они уже вдвоем ищут остальных. Потом втроем, вчетвером и так далее, пока не найдут последнего. Так вот, те, кто прячется, у них сложная задача. Они должны мало того, что хорошо спрятаться, так еще так, чтобы те, с кем они заходили в лабиринт, не знали, где они находятся. То есть нужно максимально рассредоточиться. Очень прикольная игра. За час можно сыграть раунда 3. Может быть, даже 4, если очень быстро искать. Обязательно попробую, обязательно приду. Мне очень понравилось. Еще раз, вообще да, Василий, классная будем штука. Ждать. Будем ждать. И всех остальных. Детские дни рождения можно праздновать. Можно корпоративные мероприятия проводить. Можно приходить с коллегами, с друзьями, с одноклассниками, с однокурсниками и мамой, папой, бабушек и дедушек вести к нам. Это очень веселые интеллектуальные игры. Прекрасная замена кинотеатрам и кафешкам. Спасибо за внимание. Всем советую. Ссылку оставлю внизу под видео в описании. Вот такая штука. Мне очень понравилось, ребят. Всем советую. Вам очень понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока. Давай, Васек, сняли еще один. Братан, серию. Вообще классно.